Приветствую всех, с вами канал Вита Салве, и сегодня мы посмотрим на тушеночку говяжью. Это одна из последних моих любимых тушенок Курганского мясокомбината. Значит, скорее всего, я уже делал обзор на говядину, но у них пошли новые банки и какие-то новые этикетки, оформление точнее. Значит, стандарт, говядина тушеная, высший сорт. Такие вот баночки. Так, почитаем, что здесь у нас написано. Следующее. И баночки у нас с уже кольцом. Можно дернуть, открыть и посмотреть, что же там. Так, первоначально это у нас идет жир. Пахнет жиром пока. Посмотрим, что у нас за говядина тут спрятана. Так, ну вижу уже куски, смотрите. Такие хорошие, знатные. Там внутри. Сейчас все вывалим жира здесь. Достаточно, в принципе. Ну, это он сверху. Запах отличный. Именно какой должен быть у говяжьей тушенки. Ну, я бы даже сказал, что лучше, чем у конины. Запах такой приятный. Так, ну там желе, уже жир у нас осталось там. Так, посмотрим на вилке, здесь тоже желе, это потом разберем. Так, волокна мяса я тут вижу, есть. Так, какое-то темное такое волокнистое мясо. Вот слишком темное. Попробуем. Странный вкус был, но мясо, и здесь вот еще мясо, волокна, и я это вижу. Так, ну вот здесь вот этот вот непонятный кусок, но в нем присутствует мясо, волокна. Я не могу точно сказать, что это, но это какая-то жила. Ну, большеватая жила, придется руками, ладно, поковыряться. Вот мясо, это какая-то, да, это жила, с волокнами мяса здесь. Ну, большой кусок, конечно, жилы, видно, да? Я не ожидал, но от этого никуда не деться. Как я понимаю уже на будущее, что в любой тушенке может попасться вот что-то типа подобное. Значит, ну давайте еще поковыряемся, найдем какие-нибудь отработанные вещи. Так, вот это тоже жила ненужная нам. Так, это все мясо. Так, мясо. Мясо. Ну, больше жил я не вижу. В принципе, вот вся тарелка тут. Ну, жир тут, желе, как бы, это понятное дело. В любой тушенке это присутствует. Где-то меньше, где-то больше. Кто-то любит, кто-то не любит. Но если делать суп или с чем-то готовить, это нормально. А если есть на живую, ну, конечно, не очень таки. На этом все. Так, попробую, что тут у нас еще есть, мясо какое. Да, в принципе, отличное говяжье мясо. А, ну вот еще нашел жило с мясом. Угу. Вполне приемлемое.
Можно было сделать, конечно, попереднее, что-то повкуснее. Так. Ну так ничего, средненько. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи и добра. Увидимся. До новых встреч.